Студенты Северо-Восточного федерального университета на страже правопорядка в рамках празднования Дня сотрудника внутренних дел России в пункте полиции «Студенческая» открыли кабинет отряда правопорядка. ППО ССВФУ, 60 молодых ребят, службы безопасности, первичной профсоюзной организации регулярно будут патрулировать территорию студенческого городка. Действия отряда направлены на профилактику правонарушений в кампусе. Данная работа для наших студентов является общественной, то есть без заработной платы. Тем не менее, если они хорошо проявляют себя, если помогают в раскрытии уголовных дел, различных правонарушений, мы их премируем. Также мы сейчас ведем работу, чтобы они стали внештатными сотрудниками МВД. В этом направлении тоже работа ведется. И, конечно же, ребята изнутри смотрят, какая это сложная работа. И если они желают, то становятся, в дальнейшем будут работать в правоохранительных органах.